Жителям Сургута сегодня бесплатно раздавали медицинские маски. Такую акцию в одном из торговых центров провел Роспотребнадзор. Санитарные врачи подарили посетителям около сотни масок. Таким образом, они еще раз напомнили югорчанам о мерах предосторожности. По словам специалистов, маска обладает двойным действием. Она не дает больному человеку заражать других, а здоровому, соответственно, помогает не заразиться. За шестую неделю заболеваемых с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в сравнении с предыдущей неделей по совокупному населению снизилось на более 14%. В том числе в ограничительные мероприятия рекомендовано ввести было масочный режим. Это в медицинских организациях города, в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания. То есть мы можем сказать, что одна из мер профилактики, неспецифическая, это барьерная, это использовать лицевые маски.